Светлана, вы признаете свою вину? Ответьте, пожалуйста, Светлана. А, Светлана, вы признаете свою вину или нет? Что вы не хотите извиниться перед... Что? Отойдите, да, пожалуйста, от камеры. Отойдите, пожалуйста, дальше. Дальше. Светлана, что вы вообще можете сказать? Что касается Сбруевой, по наказанию, в общем-то, мы примерно такого наказания и добивались для Сбруевой, поэтому в части назначенного наказания, в общем-то, да, мы довольны приговором в части Сбруевой. В части Пачина, да, нам также было понятно изначально, что на него будут распространяться нормы об амнистии. Соответственно, мы знали, что нельзя будет к нему применить наказание, что он должен быть освобожден, поэтому, в общем-то, в этой части тоже приговор удивления у нас не вызвал. То есть мы знали уже заранее, какой он будет в этой части. Ну, достаточно просто нормы закона прочитать. Что касается оправдания Сбруевой по 316, да, пускай это преступление небольшой тяжести и там длительных сроков каких-то ей за нее назначено быть не могло. В этой части я смогу высказаться только после детального ознакомления с приговором, которого у нас сейчас пока еще в окончательной редакции нету на руках. То есть после того, как он нам будет выдан, мы ознакомимся и уже сформируем свою какую-то позицию. А как Сбруева себя вела на судебном заседании? Вообще она... Да, и последнее слово. Ну, она признавала себя виновной только в том, что очевидно было доказано. То есть хранение оружия, которое у нее было обнаружено, в сокрытии, заранее обещанном укрывательстве иного преступления, которое вот Терещатовым было совершено. Что касается своих действий по основной части обвинения, вот, за которое она получила наиболее длительные сроки лишения свободы в виде наказания, в этой части она свою вину не признавала. Вы знали, что вы перевозите в машине? Я не знал, что перевозил, мне сказали об этом. Когда я сказал, уже было поздно. И, во-первых, во-вторых, это было все страшно. То есть изначально вы не знали, что в машине, когда вам сказали об этом? В машине уже, когда я ехал. Ну там я, это, меня под ножом вывезли. Под ножом вывезли? Да. Терещатов? Да. Ага. А когда вы выгружали тело из машины, что вы делали? Я пытался уехать, но не смог, в общем, попал бы. Меня, короче, застрял я, и не смог уехать. Застряли. А вы давно Терещатова знаете? Ну не, он у нас работал. Где работал? На заводе. На заводе, да? Да. А кем он работал? Плавильщиком. А Сбруева? Давно знаете? А я не знаю вообще Сбруева. Ага. Пока я никогда не видел. А как получилось? Он вам позвонил, сказал, надо помочь что-то привезти? Да, вещи. Вещи, да? Да. И что дальше происходило? Вы подъехали? Подъехал, он вынес, загрузил машину, мы поехали. А в чем было тело? А, там были сумки и узел. То есть девочка была в узле? Ну, да? Я не знал, кто там, что-то там не видно. В багажник погрузили, да? Да, он погрузил ее. Вы вдвоем ехали, да? Да. А как вы потом узнали, что тело? Он сказал, машина. Как он это сказал? Что он именно сказал? Он сказал, что, значит, там содержимое нужно вывести. Я говорю, я остановился, сказал, вылазь. Я просто не могу. Он назвал девочку содержимым? Или он да, да, сам содержимое, труп. Так сказал, труп. А он вам рассказал, что он сделал? Нет, он ничего не говорил. А вы не интересовались? Я спросил, что это, как это, и все. Угу. Вы поехали, значит, в Старский район, в лес, да? Вы помогали ему закапывать тело? Я не закапывал, он отнес все. Я хотел уехать, кстати, оттуда. Чем быстрее, тем лучше. Но я не смог, я застрял там. После того, как вы вернулись в Тверь, какие были ваши действия? Ну, я думаю, давайте это сейчас пока не будем тяжело. Нет, я понимаю, но все-таки скажите, почему вы сразу не пошли в полицию? Почему вы не сообщили об этом? Я боялся за свою семью. А, скажите, а вы ведь помогли следствию выйти на Терещатова, да? Да. А следствие вышло на вас, да? Нет, я сам пришел в полицию и заявил об этом. Спустя некоторое время, да? Да. Ага. Ясно. Ну, вы извинились перед взрослыми? Да. Извинились. Да. Они вас простили, что ли? Не знаю. Не знаю. Ну, дай бог, чтобы простили. Не дай бог никому так попасть, как попал я.